Так вот, я хотела бы предложить переименовать наш город. А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России, несменный. Он даже лидер не только России, но и всего мира. Вот сами подумайте, с 99-го года, вот по настоящее время, если анализ произвести, посмотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, и в честь этого лидера и переименоваться, например, ну, Путинберг или Путинград. Ну а почему бы и нет? Просто, может быть, стоит задуматься. Мне кажется, у нас Как это все шансы. предложение относится у нас сегодня к коммунальному хозяйству, Марина Валерьевна? Я же говорю, что все сразу эффективным станет. Да, сразу, Да. потому что будет названо именно именем президента. Ну, в честь, да. Конечно, используя технологии поднятия России с колен, я думаю, что они и у нас используются. Поднятие